Например, вы стоите в очереди, и очередь еще далеко, и ну, у вас уже устали ноги, и вам хочется уже упасть, не то чтобы. И вы начинаете эти вот движения, их почти незаметно для окружающих. Практически, вот вы сейчас видите, никто даже не заметит, что я разговариваю и делаю вот такие движения. То есть вы можете просто даже на внутренней стороне на месте вперед-назад и на внешней стороне походить. Это упражнение известное, просто никто его не делает, а нужно использовать. Используйте это каждый день, и у вас не будут уставать ноги, болеть ноги.